Всем привет! В современном кино повсеместно используется компьютерная графика, причем вовсе не только в боевиках и экшн-фильмах. Сейчас визуальные эффекты применяются даже в обычных драмах, например, для того, чтобы состарить или омолодить актеров. Что уж говорить о супергеройских сагах, где доля графики может достигать почти 100% от хронометража. Сегодня мы как раз хотим показать вам людей, которые играют фантазийных персонажей на съемочной площадке. Хотите увидеть, как выглядели динозавры из парка юрского периода или персонажи Алисы в стране чудес до монтажа? Тогда смотрите ролик до конца. Поехали! Дамбо. В 1941 году на экраны вышел трогательный мультфильм «Дамбо». Четвертая полнометражная работа Диснея. Как и все мультипликационные картины того времени, она основывалась на рисованной анимации, по кадровой съемке нарисованных от руки изображений. Сейчас, когда студия начала активно делать ремейки на свои старые хиты, технология сильно изменилась. Например, «Дамбо», который вышел в прошлом году под руководством известного режиссера Тима Бертона, делался с активным применением компьютерной графики. Естественно, рисовать персонажа с нуля было бы очень сложно. Обычно в таких ситуациях все равно привлекаются актеры. На съемочной площадке они имитируют движение персонажа. Затем этот каркас используют для последующей отрисовки героя с помощью сложных графических программ. Вот, например, как выглядел играющий Дамбо актер на съемках картины Тима Бертона. Конечно, он появлялся в кадре не всегда. Например, сцены полета маленького слоненка снимали с помощью специальных конструкций по типу фуникулера. Работа получилась по-настоящему грандиозной. Только представьте, в фильме использовались целых 1150 планов с компьютерной графикой. Конечно, рисовались не только слоны с их морщинистой кожей и почти человеческими глазами. В задачи аниматоров также входило создание многих декораций, например, территории выездного цирка. Стражи Галактики. Помните ракету из «Стражей Галактики»? Того самого, который поражал всех своими фантастическими способностями стрелка? Конечно же, в объективе камеры никакого енота и в помине не было. Вместо него играл вот этот парень. Честно говоря, чем-то он даже напоминает это милое животное, не находите? Но если говорить серьезно, этому актеру пришлось неслабо потрудиться. На протяжении съемок он передвигался по площадке на корточках, чтобы соответствовать росту своего персонажа. Кроме того, ему приходилось имитировать эксцентричную манеру поведения ракеты, которую специалисты по спецэффектам позже использовали как основу для мимики героя. Кстати, на одной из премьер фильма режиссер Джеймс Ганн пришел с настоящим енотом Орио на плече. В процессе монтажа именно он стал для команды аниматоров прототипом героя. Они пристально наблюдали за ним на протяжении многих недель, чтобы отразить повадки настоящего зверя в образе фантастического персонажа. Алиса в стране чудес. Еще один фантастический ремейк классического фильма Диснея создан режиссером Тимом Бертоном. Хотя сам автор, кстати, свою работу считает самостоятельным произведением, которое никак не связано с предыдущими мультфильмами. В любом случае, здесь ситуация немного иная, чем в том же «Дамбо». Все-таки в «Алисе» большинство главных персонажей являются реальными актерами. Но есть одна загвоздка. У них постоянно меняются размеры или пропорции тела. Алиса становится то маленькой, то огромной. Голова Красной Королевы неестественно большая для ее тела, а глаза шляпника в несколько раз крупнее, чем у обычного человека. Забавно посмотреть, например, как снимали сцены с чудаковатыми братьями-близнецами Труляля и Траляля. На площадке они передвигались в круглых зеленых костюмах и на специальных ходулях, чтобы казаться значительно выше Алисы. Позже на стадии анимации эту картинку перерабатывали и превращали в забавных героев шарообразной формы. Кроме того, многие персонажи в «Алисе» тоже рисовались почти с нуля. Например, некоторые солдаты армии Красной Королевы, Чеширский кот, слуги и самое главное чудовище – Бармаглот. Вместо них на площадке работали актеры во все тех же зеленых костюмах с технологией захвата движений. Мир юрского периода. Хорошо, с драконами разобрались. Теперь перейдем к динозаврам. Здесь технология немного другая. Все-таки большая часть этих существ ходит по земле, а не летает. Да и огнем не плюется. Поэтому вместо давно вымерших животных на площадке фильма работали люди с моделями головы этих зверей, которые позже оживлялись специалистами. Интересно, что при этом актерам приходилось имитировать манеру движения динозавров.
Например, характерные резкие движения передних лап. Но это лишь маленькая часть вселенной парка юрского периода. Значительная часть более крупных животных, в том числе и новый опаснейший динозавр Индоминус Рекс, рисовали специалистами компании ILM без каких-либо вспомогательных прототипов. Во время съемок сцен взаимодействия этого гиганта с людьми в кадре появлялись только зеленые задники, на которые позже накладывались изображения движущегося хищника. Дэдпул. До выхода в широкий прокат Дэдпула фанаты супергеройских фильмов, пожалуй, еще ни разу не видели такой удачной смеси боевика, фантастики и комедии. И кадры съемок картины выглядят не менее смешными, чем некоторые ее сцены. Понятно, что главный герой в исполнении Райана Рейнольдса не сильно изменился при монтаже. Ведь на площадке он уже снимался в своем фирменном красно-черном костюме. Но вот окружающие его герои претерпели серьезные изменения. Некоторые из них при съемке выглядели достаточно нелепо. Например, актер Андре Трикоте в сером, как у водолаза, за костюме и забавным шлеме с датчиками захвата движения. Даже сложно представить, что позже из этого человека сделают мощного мутанта-колосса. Некоторые интернет-пользователи прокомментировали кадры так. «Очень похоже на то, как я в детстве играл в супергероев во дворе с друзьями». А что? И правда похоже. Хан Соло. Звездные войны. Истории. Немало интересных эффектов применили и создатели 10-го фильма киносаги «Звездные войны». Некоторые его персонажи снимались в зеленых костюмах и железной броне. Например, дроид Лэнда L337. Позже на стадии монтажа специалисты делали зеленые участки прозрачными, а на броню добавляли множество дополнительных деталей. В результате получилось очень правдоподобное изображение роботов, которые не нужно было оживлять. Благодаря работе актеров они уже двигались. На этом, конечно, визуальные эффекты не кончаются. Значительная часть пейзажей тоже была отрисовано на компьютере. Отдельного внимания заслуживает взрыв, который операторы сначала засняли внутри небольшого аквариума, а потом перенесли на уже готовые графические декорации в виде гор. Еще одна любопытная деталь — карелианские гончие. Можно подумать, что их тоже полностью нарисовали на компьютере. Это не так. На самом деле существ играли 4 настоящие собаки породы доберман и северный инуит в специальных костюмах. Позже, конечно, их образ еще дорабатывался командой визуальных эффектов, но его основа была готова еще на основном этапе съемок. Планета обезьян. Война. Да, некоторые эволюционные теории утверждают, что человек произошел от обезьяны. И во многих приматах, например, шимпанзе, действительно можно узнать человеческие черты. Но обучить их актерской игре все-таки невозможно, по крайней мере пока. Поэтому на съемках популярной серии фильмов «Планета обезьян» главных героев играют, конечно, обычные актеры. С момента выхода самого первого фильма саги очень многое изменилось. Даже разница между «Революцией», вышедшей в 2014 году, и «Войной» 2017-го очевидна. В последнем фильме прогресс визуальных эффектов просто поражает. Прежде всего это касается детализации мимики и шерсти животных. Для того, чтобы передать эмоции настоящего актера на морде шимпанзе, использовалось множество датчиков и технология захвата движений. Имитация получилась настолько точной, что в финальной версии даже заметны особенности игры того или иного актера. Кстати, над эффектами в фильме работала известная студия Weta, которая зарекомендовала себя в работе над персонажами-обезьянами еще в 2005 году при создании «Кинг-Конга». Хоббит. Пустошь Смауга. Вы наверняка слышали, что съемки «Властелина колец» и «Хоббита» всегда проходили в Новой Зеландии. И не просто так. Ведь с самого начала режиссер Питер Джексон хотел отобразить на экране не только нарисованные на компьютере миры, но и настоящие пейзажи. Часто, конечно, в естественный ландшафт добавляли что-то для колорита, а какие-то сцены все-таки рисовали в редакторах. Например, в фильме «Хоббит. Пустошь Смауга» мрачное лихолесье создавалось с помощью пенопластовых деревьев с корой из латекса, а озерный город строился из нескольких десятков зданий с подвижным фундаментом и был покрыт бутафорским снегом и специальной соли. Попотеть пришлось и дизайнерам костюмов. Для жителей озерного города, например, было создано несколько сотен одеяний. Вдохновением для них послужили образы крестьян на картинах русских художников. А еще для героев фильма изготовили больше 700 париков и пару сотен бород. Тем не менее, некоторые элементы воспроизвести вживую невозможно. Поэтому порой актерам приходилось сражаться с невидимыми пауками или злодеями в зеленых шлемах с хромакеем. Красавица и чудовище. О, смотрите, рядом с диснеевской принцессой Белль идет точно такой же человек-водолаз, как из Дэдпула. Дело, конечно, снова в технологии захвата движения, которая очень распространена в современном кино. Именно благодаря ей актер Дэн Стивенс из статного молодого человека превратился в огромное чудовище. Кроме того, на ногах актера были установлены платформы для увеличения роста, а под костюмом скрывалось множество подкладок, например, на плечах и бедрах.
Народ, не расходимся! Хотите сумасшедших историй из реальной жизни? Никаких серых будней, только экшен, только приключения, погони и сражения, признание в любви и неожиданные предательства. Не верите? Переходите по ссылке и убедитесь сами. Канал анимированных историй «Личный дневник». Все самое сокровенное тут. Не забывайте подписываться.